ребята, с вами Злата. Что-то совсем мало видео из Таиланда. Ставьте лайк, если хотите больше видео из страны вечного лета. Сегодня я расскажу вам про аквапарк в городе Хуахин в королевстве Таиланд. Да-да, Таиланд — это настоящее королевство, которым правит король, принц и настоящая принцесса. Если хотите, чтобы я рассказала подробно о Таиланде, пишите в комментарии, тогда я узнаю, что вам это интересно. Ну а пока про аквапарк. Таиланд — страна, в которой куда ни посмотри, пальмы, кокосы, цветы и много-много необычных растений. И в аквапарке их тоже полно. Кажется, что находишься на пляже. Еще бы песочек, и точно был бы пляж. И как и в море, каких здесь только существ не встретишь. Шучу, конечно. Это просто странная статуя. А на самом деле аквапарк — это крутое место для всей семьи. Здесь купаются даже самые маленькие детки. А те, кто постарше, могут прокатиться на водных аттракционах. Они не очень большие, но на них очень весело. В Таиланде жарко весь год. Поэтому, когда вылазишь из воды, совсем не холодно. Даже мурашек нет. Поэтому можно провести в аквапарке целый день и не простыть. В аквапарке очень важно уметь плавать и не бояться воды. Поэтому обязательно учитесь, если еще не умеете. Скоро лето, а летом научиться плавать и еще проще. В озерах, речках и морях. Даже в бассейн не нужно ездить. А если уже научился плавать, можно начать учиться серфингу. Волны не настоящие, но большие. И устоять на них очень сложно. Пока что можно просто лезть на доску. И покачаться на волнах. Это очень-очень весело. Вот так круто и полезно можно провести день в аквапарке. А вы любите играться в воде? Напишите мне в комментарии. Посмотрим, сколько у нас водяных. С вами была ваша Злата. Скоро мои новые видео, поэтому скорее подписывайтесь на мой канал. Ну а пока, всем пока!